молодежь Петергофа познакомила жителей города с уличной культурой. На открытой сцене у центра «Каскад» прошел ежегодный Юнифест. Это уже пятый по счету фестиваль стрит-культуры. Традиционно посвящен Международному дню борьбы с наркотиками. В нем приняли участие известные своей настенной живописи художники граффити. На специальных щитах они вырисовывали надписи и шрифты с призывом вести здоровый образ жизни. «Нет наркотикам», сказали и уличные танцоры. Зрителям они показали современные танцы – хип-хоп, стрит-дэнс, брейк-поппинг. Только в этом моем мероприятии первый год участвуют лучшие рэперы города, которых мы дружественно попросили приехать с майской тусовки. Как отметили организаторы, в Петергофе популярность уличной культуры с каждым годом набирает обороты. В этом году участниками Юнифеста стали 7 танцевальных коллективов. От каждого из них на сцену поднялись несколько возрастных групп. Всего на площадке выступило около 100 детей.